Традиции и достижения многих народов нашей страны на протяжении веков нашли свое отражение в сфере культуры. Это настоящее достояние, которое несет в себе сильный творческий заряд. И профессии, связанные с культурой, привлекают людей одаренных и увлеченных своим делом. Невозможно представить себе нашу жизнь без работников культуры. В библиотеках, музеях, домах культуры с их разнообразными музыкальными и танцевальными коллективами и многочисленными клубами по интересам, в кинотеатрах работают люди, для которых в жизни всегда есть место творчеству. Цель праздника – отметить весомый вклад работников культуры в возрождение общенационального наследия, сохранение и приумножение культурного богатства России. Глава Славянского района Роман Синеговский от всего сердца поздравил собравшихся в Большом зале городского дома культуры с профессиональным праздником и пожелал им всего самого наилучшего. Творческие люди, люди, которые умеют делать то, что не умеют делать остальные. Я горжусь вами, хочу вам сказать спасибо за ваш труд. За год было проведено более 2000 мероприятий, на которых мы все бывали, радовались, улыбались. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие для себя вы сделаете еще круче. Мы уже видим по первым номерам, которые были представлены нам. И вам большое спасибо. Всем спасибо, удачи, успехов, всего самого доброго. Роман Синеговский вручил отличившимся сотрудникам медали за вклад в развитие культуры и искусства Славянского района и благодарственные письма за активное участие в жизни муниципалитета. Со всего района сюда приехали люди для того, чтобы принять участие в торжественном мероприятии. Для них эта сфера действительно стала не просто работой, а делом всей жизни. Это постоянная работа, и у нас нет выходных. Когда мы проводим праздники, для нас это становится своеобразным экзаменом на профпригодность. Потому что чем больше мы вкладываем сил и энергии в то, что мы с вами делаем, тем больше мы получаем обратно улыбок, замечательных глаз, эмоций. Вы знаете, наверное, культура – это своеобразный нерв времени. Потому что сегодня провести мероприятие и сделать его так, чтобы оно понравилось и запомнилось, невозможно, не пропустив это через себя, не пережив это. Только в таком случае можно будет исполнить замечательные музыкальные произведения, можно будет создать хорошую картину, можно будет провести интересные мероприятия. В адрес виновников торжества, ветеранов отрасли культуры и всех тех, кто сохраняет и приумножает богатство традиций, звучали слова благодарности за многолетний добросовестный труд. Славянские артисты выступили с отличным праздничным концертом, в котором были душевные мелодичные песни, а завершилось мероприятие исполнением известнейшей песни про надежду в исполнении многих славянских певцов. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость, а песни довольно одной, что только о том и неведа. Благодаря культуре жители нашего муниципалитета участвуют в фестивалях и творческих конкурсах, открываются все новые таланты. Все это обогащает славянцев ценными впечатлениями и просто приносит радость. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыка, программа «События».